Всесоюзные стройки и целина, поля сражений и БАМ. В лучшие годы бренд ЧТЗ знали в каждом уголке страны. На предприятии трудилось 50 тысяч человек. Даже метро проектировалось с учетом значимости завода. Да, проходное предприятие. Но сегодня у сотрудников один вопрос. Есть ли у завода будущее? Руководство заверяет – есть. И демонстрирует положение дел главе региона Алексею Текслеру. Например, современную технику. Бульдозер с джойстиками. С этой машиной управится даже женщина. У нее два джойстика. Один джойстик управлением передач и один джойстик управлением навесным орудием. Это отвал и рыхлитель. Значит, ну вот тоже на эти машины уже у нас есть заявка на продажу. Сегодня предприятие работает под конкретного заказчика. Берет штучные партии. Вот собирается вторая машина. У нас контракт на две машины пока 70. Одна машина собрана, вы видели при входе, это вот вторая машина. Ну, она, видите, на технологических колесах. На технологических колесах пройдет обкатку, после этого пойдет уже поменяют. Через сколько времени она будет собрана? Генеральный сказал, надо к пятнице. На станках с ЧПУ изготавливают основные базовые узлы дизельного двигателя специального назначения. Дозагружают производство и гражданской продукции. Через два месяца цех высокоточных станков заработает в полную силу. Оборудование получается, значит, производится тут же в режиме онлайн строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы. Начали, и да, совершенно верно. Задать вопросы о судьбе предприятия смогли и рядовые сотрудники. Актовый зал ЧТЗ был заполнен до отказа. Вы в своих интервью неоднократно упоминали, что ЧТЗ – это бренд Челябинской области, но при этом отмечали, что требуются реформы. Что вы имели в виду, какие это могут быть реформы или какие-то рекомендации, может быть, от вас? Реформы – это то, на чем сделал акцент глава региона. Предложил перелистнуть страницу истории завода и написать новую. С учетом концепции импортозамещения, гособоронзаказа и развития новых видов техники. Переориентировать завод с одного только производства на сервис и услуги полного цикла. Мы закрываем любые вопросы, связанные с сокращениями, с какими-то другими словами, которые говорят о том, что предприятие не будет развиваться. Нет, предприятие будет развиваться. Сегодня был такой обстоятельный диалог с коллективом на эту тему. Люди очень интересуются, их очень волнуют вопросы развития предприятия. Значение ЧТЗ ключевое. Не будет ЧТЗ, не будет большой линейки продукции, которая идет по гособоронзаказу в интересах обеспечения национальной безопасности. Поэтому вопрос решен навсегда. ЧТЗ будет. В ближайшее время на предприятии будет разработан новый план развития со стороны региона, федерального центра и госкорпорации «Ростех». Александра Мыльникова, Владимир Котегов, СТС, Челябинск.